Пока. Мы от Игоря... Да ты выходи ты, анчоус. Ну ладно. А то есть водитель, когда едет, видит тут изображение все? Че? Ну она сейчас погаснет. Да, ну ладно. Ну давай, спасибо за хавчик. Удачи. Представил кадр, да? А, сейчас все мерцает, потому что... Ну ладно, куда-то сюда, да? Давай. Пока. Да? Кстати, сколько тут памяти? О! Могу тебя обрадовать. Два деления у камеры. Ну, правда, пока мы доедем, будет уже одно. Заряжать ее где-то час. Из трех. Испек? Пирог. Булкин испек пирог. Йоу! Ёбаный брат, пришел! Ёбаный брат, пришел! Взял каску, одел. Кстати, так пойду. Окей. Зима, холодно. Зима, холодно, жарко. Было лето. Пока что-то там льет у китайской стены в Кремлевске. А нам похуй, мороз, мы тепло одеты, зима, холодно. По-моему, сейчас пойдет дождь. Шость. Кизей. Усы побрей. Ты что, ёбнутый, что ли, блядь? Ты знал? Да. Молодец. Не мусори. Раз. Надо быть слово моушен. Жвачками, ну в смысле этими. Жвачками. Я пришел, ты ушла, я нашел, ты нашла. Таджикские помои. Да. Ну все, пиздуй-ка. Там, где я хотел съехать, он заехал. Я хотел там съехать, он заехал. Ну ладно, уместимся. Ну садись уже как-нибудь, поедем. Я нашел, ты нашла. Чё, ты боишься меня? Чё, в замп не играл? Чего не зацепило? Танки онлайн? А тут прямо можно? Да. Чё, вина хочешь? Пожалуйста, не трогай меня. Бля, я завтра уезжаю, понимаешь? Ну ты еблан, потому что... Я не знаю, зачем так медленно уезжаешь, кстати. Бля. Говорил тебе, на неделю хотя бы приезжай. Да иди ты Короче, всем привет. Продолжение, не знаю, не продолжение, запутался уже в материале. Короче, завтра Вихнесон уезжает домой. Завтра. Сейчас 11 часов вечера. 11 часов вечера, то есть, ну, на следующий день, вот через час уже будет следующий день. В 1:30 у меня уже поезд обратно. Через 14 часов я еду домой. Да. Вот. У нас впереди длинная и долгая ночь. Потому что мотоцикл, мы хотим покататься ночью, а мотоцикл поставить можно будет только часов 5. Да. Ставить до 5 часов утра его некуда. Да. Ставить некуда, поэтому... И сейчас первое, куда мы едем, это я предложил... Делаем круг вокруг кадра. Да, причем у меня куртка на молнии, и она расстегнется прямо сразу уже в ближайшее время. Ну, тогда она тебе сразу расстегнулась, я хватил. Ну, в общем, будет весело. Короче, продолжим уже с дороги. Так, ну мы, короче, уже на дороге, на кольцевую, дадим кружочек. Будет холодно, скорее всего, ну ладно. Ну тебе? Мне. Брррр. Там кто сзади, нормально? Тем, кто сзади, нормально, да, не спорю. У того жопа в тепле. Ну ладно. Да, у того жопа мотоциклетная. Сам ты жопа в тепле.
выезжаем. Мне нравится вот там, вот дождь идет. Пошел сейчас. Ну да, я знаю. Нам-то туда. Ну, во-первых, нет бензина. Во-первых, нет бензина доехать до полностью кат. Во-вторых, я хочу есть. Ну и последнее, самое маленькое, это то, что, по-моему, сейчас ливанет. Попробуй определить, пока облака куда движутся. Отлично, он тиранул сейчас юбку свою. Он сейчас только что тиранул бампер. Ну ладно. Ты не против, если я в KFC поеду? Блять, ты в Макдональдс хочешь или в KFC? Внутрь пойдем. Короче, у нас проблемы. Во-первых. Проблемы, да. Во-первых, вы пришли пожать в KFC. А он закрылся перед нами прям. Закрылся, да. И открыт только этот, как он тут называется? KFC Drive. Ну вот, KFC Drive. А очередь тут. Ну так вот, вокруг этого всего здания очередь, мы сейчас будем стоять. Это пиздец. Там МакАвто, причем, по-моему, пустой. Хотя мы сейчас поедем в МакАвто, потеряем здесь очередь. Ну ладно. Да. Поэтому ладно. Мы, короче, стоим. Самое главное. Подожди, а куда реально? Я только что... Красавчик. Куда крылся, на кону? А у меня, кстати, не расстегнулось даже сразу. Знаешь, это, тучи куда, блин, реально идут? Туда. По-моему, туда. Сейчас может палить, а вон там... А, вон, 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 видишь, там льет, вон там вот такие. Вот, да, вот эти про нее, по-моему, говорю. Ну ладно, нет смысла сейчас тратить память и батарейку. О, а мы двигаемся уже немножко, на одну машину даже. Целую одну машину оформили. Ты будешь моим пидстопщиком, давай меня толкай. Блин, от... ну... Ладно. Давай на следующей машине. Эй! Блять. Бензина нет. Денег нет. Ничего нет. Подожди, а в туалет зайти, если только... Понятно. Даже не поссать тут. Все ясно. Че за, блин, фигня? Всем привет! Это Ночной Петербург. С вами едящий Булкин. И я, которого не видно без фокуса, но это не важно. Мы сейчас находимся на мотоцикле. Мы только что проехали. Ну да, это покатушки. Ну да, это покатушки. Мы проехали полкада. Полкада. Почти полмкада, но полкада. Ладно, вот, и мы находимся около этого, около аэропорта Пулково.
Здесь у нас мы ели в KFC, потому что мы захотели пожрать. Ну, приехали, увидели огромную очередь. Мы увидели огромную очередь. Изначально вообще не пускали внутрь. Мы сначала внутрь хотели зайти, но нам не пускали, сказали, что типа уже все, в 11 закончили. И время мы... сколько сейчас? Время сейчас 12 часов 5 минут. У нас есть час. Ну ладно. Твой час. Чтобы доехать до стоянки. Ну, на стоянке есть? Ну, я не знаю, у нас с колесом проблемы. Реально есть дорога? Не, я не знаю, ты решай. Просто я не хочу, чтобы... Просто не хочу, чтобы у нас на 250 км в час заблокировалось переднее колесо, понимаешь? Это шедевр. Это просто шедевр. Я не знаю, как это еще объяснить. Кстати, я совсем забыл, что у меня сломано кольцо фокуса, но это не важно. Вот. Вот. Ну и, собственно, я не знаю, что мы сейчас будем делать. Что, мы до шести? Я король. Ты мне скажи, мы до шести или не до шести? Я король. Я знаю. Мы просто решаем, до шести мы утра или нет, потому что мы скоро... время, за которое можно отвезти мод на стоянку и пойти домой, скоро закончится, и выбора не будет, надо будет торчать до 6, а у нас небольшие проблемы с колесами на маленьких оборотах, ну, то есть, когда он еле-еле едет. Пить хочу! Когда он еле-еле едет, короче, начинается какой-то писк непонятный, как писк тормозов, мы так и не поняли, что это такое. Я очень хочу сильно пить, но больше всего я хочу пить. Какая-то лента или что это? Уеду. О, пацаны, привет. Пацан трэш. Так вот, можно пойти в ленту купить что-нибудь попить. На заправке купим. Че? На заправке купим. Ну давай. Поехали на заправку. Что? Ну, так вот, ну так, такой говорит, садись в машину, поехали. Я понял, что у нас мотоцикл, да, подключу сейчас, скажу, эй, командир, заводи. Поворачиваешь на мне, говорю, эй, командир, заводи, показывай так рукой, а там мужики вылезают из машины, прямо вот из этой. Я думал, она подальше стоит. Идиот. Ты ему чуть по голове, кстати, рукой не стукнул, когда показывал. Красавчик. Там собака, не хочешь к ней? Подразнить ее. Понятно. Подразнил. Давай, ну ёпта. Смочи слюноик. Опа. Да, ты дурак? Конечно. Я ж ты дурак. Ну, я дурак. Ну, иди, нога. А можешь отойти, я запрыгну на свой козел. Смочи слюной калом. На-на-на. Все? Ничего не забыли? Ну, да. Запра... Рюкзачок... Рюкзачок у тебя, малыш? Да. А мы пожравши. Чего болит? Сос? Тут такая дорога, что пи... Ты понял, что ты сказал, идиот? Ты говоришь, Эдуард спортивный? Эдуард спортивный. Как тебе ночные приборки? Идиот. Если что, этот придурок крикнул «Добрый день». Вот именно. Добрый день. Мне нравится, как освещают фонари, столбы и знаки, но нихуя не дорогу. Так а нахуй освещает дорогу? Вообще-то вон там, вон Пушкин. Он стоит наверху сосновой елки. Пидорас нахуй! Какого хуя ты посмел затронуть меня? Еблан! Что ж ты творишь-то? Сейчас мы, блядь, ему покажем. Газпром! Газпром! Настоящий Газпром!
И в нашем городе праздник теперь. Сейчас два маленьких прикола для подписчиков. Первый прикол, я снимал дизлайк чуваку, который нас подрезал, прям откровенно показал дизлайк ему в рожу. Подожди, подожди, во-первых, ничего не слышно. Во-вторых, где тут пустая колонка, не имею? Эти уезжают или что? Блять, ну ты подвинься, что ли? Назад меня, тащи! Тащи назад, еблан! Не так сильно! Тихо! Ну так что там за прикол? Во-первых, я поставил дизлайк чуваку, который ехал на желтом Ниссанте. А, это был Opel. Чувак, Илья поставил дизлайк. У меня -2. Вот. Дизлайк. Короче, Илья въебал дизлайк чуваку, который нас подрезал. И следующий прикол в том, что мы подъезжаем на заправке Газпрома, и наверху на огромной дисплее написано «Газпром». Чего наверху написано? Мы едем сюда вот на заправку, и сейчас вот буквально 100 метров перед ней, там такой огромный дисплей написано «Газпром» было написано. Охуеть. Хуя, сколько там литров? Ёбаный в рот. Пришел. Без ключа, не имея ключей? Они украдут, не имея ключа. А я думаю, паузу, паузу, да? Знаете, зачем пошел Илюхинсон внутрь? Правильно, с зажигалкой. Не спрашивайте, зачем. Короче, ладно, мы сейчас едем, мы сейчас заправились, отдохнули. Время час ночи, и мы сейчас едем, ёбаный в рот, не поверите. Короче, смотрите, открываем сейчас Google.